Камчатцы, рискующие потерять работу, могут временно перевестись в другие организации. Данной мерой можно воспользоваться, если приостановлена деятельность предприятия, в котором трудоустроен человек. Для перевода на новое временное место работы необходимо письменное согласие работника и направление от Центра занятости населения. Работодатели могут заключать с камчатцами срочный трудовой договор с возможностью его продления. Эта норма закреплена в постановлении правительства России. Трудовой договор, заключенный с основным работодателем, будет приостановлен, но срок его действия не прервется. Так, после окончания или расторжения срочного трудового договора работник сможет вернуться на прежнее место. Добавим, принятые на федеральном уровне меры направлены на поддержку рынка труда и предупреждение безработицы. В их числе частичная оплата труда и техническое оснащение при организации общественных работ и временного трудоустройства, оплата стоимости образовательных услуг. Камчатке на эти мероприятия выделили более 100 миллионов рублей.